Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции. Еще бы, вся страна отмечает День знаний. И уже по доброй традиции на многих площадках Казанского университета проходят торжественные мероприятия. Первыми поздравления с праздником от руководства КФУ услышали учащиеся лицея имени Лобачевского. Взяв приветственное слово, глава вуза поделился с лицеистами, учителями и выпускниками прекрасным известием. Лицей попал в топ-50 лицеев России. Хорошо или плохо? Конечно, оппоненты наши всегда говорят, но вы же не первые. Но надо посмотреть, что мониторили 14 тысяч лицеев Российской Федерации, то есть 14 тысяч школ. Да, и посмотрите, 50 – это какой составляет процент. Поэтому вы учитесь в великом лицее России, и этим нужно гордиться. Помимо вхождения лицея Лобачевского в топ-50 лучших лицеев России, хорошие новости не заканчиваются. Вы сможете заниматься в лицее потом из кружков, их 25 у нас традиционных, о них подробно рассказано на сайте. Есть клуб, и в этом году начинает функционировать клуб, олимпиадный интеллектуальный клуб «Лицей 2.0». Еще больше эмоций в торжественную линейку добавили творческие номера, подготовленные учащимися лицея. Огромных успехов, благополучия, успехов во всем. Старания другим ребятам, успехов в больших учебе и вообще всего самого лучшего. Без большого труда успех не добиться, и поэтому, я думаю, они будут очень упорными и не отступят. Новоиспеченные семиклассники, для которых лицей впервые открыл свои двери, поделились с нами довольно амбициозными планами на год и даже на ближайшее будущее. Быть олимпиадником, закончить школу на отлично, получить золотую медаль, поступить в КФУ. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.